Стихами. Кто-то меня спрашивал, там есть 113 по 128 стихи, потом 129, какая-то еще часть, потом еще на 4 дня один псалом читается. А, может быть, вы прочитали его сначала до конца, это тоже хорошо. Перечитать его 3 раза, а 4 раза больше вам запомнится. А, постарайтесь уловить, сколько этот псалом говорит о Божьем слове. Вот прямо возьмите карандаш. И посмотрите, Слово Божье вечно, оно праведно, оно ведет к жизни. Вот все вот эти фразы со 119-го псалма, если вы выучите, вы увидите, какую картину рисует перед вами Давид. Подумайте, я не знаю, когда вы читали книгу «Царств», а что вы, или какой образ сформировался перед вами о Давиде. Давид был могучим человеком. Но представьте себе, что в вашем окружении находится такой Иав, называем, которого Давид хочет сместить. Знаете почему? Потому что он сказал, сохраните мне жизнь отрока Авесалома. Что сделал Иав? Взял 3 стрелы и вонзил в сына любимого царя. Он больше не может быть генералом. Но нечестивый Иав прячет ножик за пазухой, приходит к комиссаю, которого хочет поставить Давид в генералы свои, и режет ему горло. Как вы думаете, должен был относиться Давид в окружении таких людей? Как бы вы подхватили себя, если бы кто-то тайно вас там ущипнул, а кто-то тайно вас задрал, а кто-то донимал, а кто-то что-то еще заводил вас или еще что-то? Не, ну и знаете что, если ущипнет мужчина интересный, то я не понимаю. Что? Мы не говорим про эти темы. Давайте оставим эти темы в сторону. Если мужчина сделает больно, то кричать буду. Да. Но, послушайте, это не просто ущипнет, это ножиком воткнет, и ты больше не жилец. Вот такие люди вокруг Давида. И Давиду приходится уединяться, потому что он не может общаться с такими людьми. Да, они все знают наизусть. Сказать, что я не знал, что написано в Торе, или что написано, там, он был на всех служениях, он генерал, он должен знать о Боге, и там, все вот эти вещи он знает на зубок. Ночью его спросил, он тебе расскажет. Но, вместе с тем, поведение его говорит о совершенно другом. Если вы посмотрите на всю его историю, он ни одного амиссария, скажем,
щучел, скажем так. А множество людей были уничтожены Иавом. И Давид, увидев эту ясную картину, кто, что за человек перед ним, это не просто интересный мужчина. Это вредитель, который ищет своего эгоизма, как себя поднять, а всех остальных затоптать. А Давид уединяется и пишет этот псалом о том слове, которое приносит ему утешение, наслаждение, вдохновляет его и помогает ему подняться. Скажем, кто-то мне сказал, что у кого-то кто-то умер. Нелегкая картина пережить, да? Когда ты жил с этим человеком 30-40 лет, и теперь его нет рядом с тобой. Нет той, ну скажем, еще одной руки, которая бы помогла, или того мозга, который мог бы подсказать, или еще чего-то, что двигало ваши там экономические вопросы, или какие-то ваши вопросы. И теперь этого человека нет. Для Давида было нелегко переносить смерть своих близких, на которых он возлагал большие надежды, что они продвинут его царство, помогут объединить эти 12 колен. А вместе с тем мы находим много раз раздор между этими. Одни хотят, чтобы Давид был царь, другие не хотят. Помните вы, Иуда хотел, а 11 колен не хотят. Необходимо время для того, чтобы все это объединить и чтобы воцариться над 12 коленами. Очень много интересного могли бы говорить про Давида. Не только один вечер, а можно говорить весь год напролет. Много о нем написано. Но я хотел бы, чтобы вы посмотрели на 119-й псалом и проследили цель Божьего слова в этом псалме. Другую картину мы читаем книгу Иезекииля. Я думаю, что первую главу Откровения мы уже читали, и там есть четыре типа, они названы животные, но нельзя их назвать животными. А скажем, орел связан с быстротой, лев связан с силой, медведь там или кто-то еще связан. Там есть образы, которые могут говорить, которые могут общаться вместе с тем, способности превосходят людей. Когда вы читаете вот про такие прообразы у Иезекииля, там есть картины, которые как бы отражают ту или другую картину. Вот так себе представлял их автор. Если бы мы жили с вами до Мартина Лютера, когда еще не было реформации, света не было, попросить бы вас тогда объяснить, что такое мобильный телефон. Как бы вы объяснили? Света не было, интернета не было, никакой связи не было. Там почтовые голуби летали, может быть, или кто-то еще там переносил почту. Вот так вот представьте себе, Иезекиилю приходится оформить в слова то, что ему показано. Теперь нам легко объяснить, что такое мобильный телефон. Можем вытащить даже с кармана и показать. Вот оно. Что это такое? Для Иезекииля было нелегко. Читая эту книгу, постарайтесь себе представить, а что желает сказать вам этот пророк на сегодняшний день. Во многом вы найдете много подтверждений. Некоторые вещи вам не будет понятно, потому как они не были ему понятны. Он жил намного раньше, чем Мартин Лютер. Или там другие какие-то люди, которых там поближе к нам. Давайте мы споем несколько мелодий, потому что есть много интересных. Тем номер 88. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови. Грех победить, о, желаешь ли ты? Есть сила в крови. Yeah.
боязнь страху мертвит, весь сила в крови, крови Христа, Боже Христа, Богу дали, весь сила в его крови, сила Божья, чудотворная в крови. Сила в крови, крови Христа, крови Иисуса все может омыть, и сила в Его крови, сила Божья, чудотворная в крови Христа, сила Божья, чудотворная, драгоценная крови Христа. Сила крови, сила крови, жизнью стан Иисуса хвали, есть сила Его крови, сила Божья, чудотворная в крови, Христа, сила Божья, чудотворная в драгоценной крови Христа. Да. 106. 106, да. Да, даже здесь с Иисусом безопасен я. Спасибо. Аминь. Кто-то забрал мою закладку, и я потерял. Всегда везде с Иисусом безопасен я, Лёг на царстве ночи, он звезда моя. Без минуты нашей жизни свет, да везде с Иисусом без страха нет. Да везде, да везде, он звезда моя. Я не сам один, Бог, друзья, изменит верен Божий Сын. Сохранит меня, Он благоденит мы. Да везде с Иисусом не звучат псалмы. Да везде, да везде, Он звезда моя. Да везде с Иисусом безопасен я. Да везде с Иисусом я хочу идти, Божий до спасения грешника внести. Его послушным слово Божие льнуть. Да везде с Иисусом я в жизни буду. Да везде, да везде, Он звезда моя. Да везде с Иисусом безопасен я. Да везде с Иисусом я готов почить, если ночь пошлет, то друг мой приходи. Он меня пробудет славы неземной, да везде с Иисусом сердцу дом родной. Да везде, да везде, Он звезда моя. Да везде с Иисусом безопасен я. 110 номер. Мой Бог скала, сокрыт в нем я, покров во время бури. Мой Бог скала, сокрыт в нем я, покров во время бури. Покров Господь, Господь меня, покров во время бури. Иисус мой источник, земле сухой, земле сухой. Иисус мой источник, земле сухой, покров во время бури. Отверни очень ночной огню, покров во время бури. Во всякий час Христе найдем, покров во время бури. Иисус
источник земле сухой, земле сухой, земле сухой. Иисус мой источник земле сухой, покров во время бури. Если враг меня страшит, меня Спаситель защитит. Встают ли горы предо мной, не бойся, слышу я с тобой. Иисус мой источник земле сухой, земле сухой, земле сухой. Иисус мой источник земле сухой, покров во время бури. Бог Отец, покров святой, покров во время бури. Я жажду жить один тобой, покров во время бури. Иисус мой источник земле сухой, земле сухой, земле сухой. Иисус мой источник земле сухой, покров во время бури. А 104 номер в молдавских песенниках «Лалу, круте, гравешке». 134. Лалу, круте, гребешке, тени меня цензур. Кривого свинья язен, я защиты твой. Когда жалеешь на раты, Бога не легуло. Каждый же дело луплю, прежде тут прежде. Работайте, поскольку скоро уже вечер, да? Well, we look at that and we say, yeah. Мы смотрим на погоду на улице. It's dark outside. И говорим, уже все стемнело, пора бежать домой. You know why that song was written? Знаете, почему это пение было написано? Because he's telling the song's talking about working in a very dark time. И это пение говорит даже работать в темное время. We are in a dark time. Мы живем в темное время. What Moldova needs, what Belts needs. И то, что нужно Молдове, нужно городу Бельцам. What the world needs is the gospel. И всему миру это необходимо Евангелие. That's the only thing that's going to change people's lives. И это единственное, что изменит жизни людей. And that'll change your life. Это может изменить и вашу жизнь. If you'll turn your life over to Jesus Christ. Если вы повернётесь к Иисусу Христу лицом. Pray for our dear sister over here. Молитесь за нашу сестру Эмилию. Эмилия. She lost her husband to cancer. Её мужа теперь нет в живых, он от рака ушёл в вечность. And so it's a hard time for her. А это нелегкое so время. Pray that God will get a hold of her life and молитесь, чтобы strengthen Бог her heart, укреплять ее сердце в это нелегкое время, ободрял ее, а что она не одинока. I just heard today, и сегодня также слыхал, a pastor here in the town died of COVID. Пастора из города, как его, Иван Ильич? Туча. 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 Вот, приятель, друг брата Полевого. He died. Он умер. His son went to bury him. Его сын пошел на похороны. Two or three, four days later, he's died. И через несколько дней и он перешел в вечность.
Сын, да. You believe that? Можете поверить? You say, well, that never happened to me. Вы скажете, ну, со мной такого не будет. Bible says, Библия говорит, it's appointed unto man once to die, and after that the judgment. Положено человеку однажды умереть, а потом суд. As I've told you over and over again, я вам говорил снова и снова, whatever is in the book, то, что написано в этой книге, you can trust it because God does not lie. Доверять. Бог не обманывает. How many read Hebrews 6 and 7 today, right? Кто сегодня читал Евреям 6 и 7 главу? Said there's two immutable things. Там две вещи, которые не двигаются. That means things that don't change. Это не меняется никогда. One of those things is God cannot lie. Одна из них в шестой главе написано, что Бог никогда не лжет. How many have had somebody lie to him? А кто имел кого-то, кто вас обманул, допустим? What do you mean, Seth? I guarantee it. Я могу гарантировать. God never lies to you. Бог никогда вас не обманул. You read the Bible. Читайте Библию. And the more you read the Bible, чем больше вы будете читать Библию, the more God opens your eyes. Чем больше Бог будет открывать ваше зрение, ваше видение. God's not looking for an intelligent person. Бог не ждет интеллигентного человека. Somebody just told me. А кто-то мне недавно сказал. Well, I'm not really intelligent like this guy can preach. О, я не знаю, если я смогу проповедовать как вот тот человек. I said, no. Я сказал, подожди. That's not the issue here. Не в этом вся суть. The issue is, are you more submissive? А суть в том, можешь ли ты быть подчиненным или послушным. God's not looking for an intelligent person. Богу не нужен много извилин в голове, чтобы было. He's looking for somebody that'll submit themselves. Он ищет человека, который скажет: "Да, Господи, слушаюсь и повинуюсь". Read the Bible every day. А читайте Библию в каждый день. And you'll grow. И вы будете расти. And you don't read the Bible every day. Не будете читать Библию каждый день. And you begin to shrink. Будете становиться ниже. It's like we teach little kids in a song. Эта песня есть такая для детей воскресной школы. You grow every, you read it and you'll grow. А вы растете, становитесь крепче, если не читаете, становитесь рахитиками. And so I pray that you read the Bible. Поэтому моя молитва, чтобы вы продолжали читать Библию. Ezekiel 34:35 today. 34-35. Psalm 119. Псалом 119. 119 по 128 стихи. 119 Псалм. And Proverbs 28, right? И 28 глава. Right? Книга Притчи. And then what? Hebrews 6 and 7 you should have read. И также Евреям 6 и 7. Say, well, I can't read all that. А вы скажете, о, это много для меня. Wait a minute. Послушайте. You can't read, you can't take 4 minutes or 3 minutes to read one chapter? 3 минуты необходимо, чтобы прочитать одну главу. 4 главы это 12 минут. It takes you around 9 minutes to read one of these books. Вот эту книжку я читаю за 9 минут. Well, I don't understand the Bible. Вы скажете, о, мне непонятна Библия. Wait a minute. Послушайте. You hear it preached? Когда вы слышите проповедь? Well, I don't understand the translation. О, мне переводчик мешает слушать английскую речь. Do you realize? Понимаете ли вы? Everything we preach. А все, о чем мы проповедуем? We're about 10 books behind in every one of these. Мы хотели бы 10 книг увеличить вот это издание. So you're getting it in your language. А потому, чтобы у вас было на вашем языке. And I guarantee it. Я вам могу гарантировать. There are probably 170 books. На полках там, наверное, 170 книжек уже лежит разных. On about 340 different topics in the Bible. 340 разных скажем, тем из Библии, that cover about 10,000 scriptures, которые содержат больше 10,000 отрывков Писания. You want to learn the Bible? Если вы хотите изучать Писание, just read one of these. Прочитайте вот такую как двухкопеечную тетрадку. We got a book tonight that will encourage your heart. А это книга, которая ободрит ваше сердце. Resurrection. Называется «Воскресение». I think it'll be a blessing to your heart. И я думаю, оно будет благословением вашему сердцу. And you can read, take two of these books. Возьмите по две книжки. Read one, give одну, one to your friend. Себе прочитать, а своему другу или подруге еще одну. Эта тема для них неведома. All right. Понимаете?
Love you. Thank you for coming tonight. Очень вас люблю. Спасибо за то, что каждый из вас позволил прийти в эту не очень приятную погоду. Is there any prayer request tonight, somebody? Может быть, есть молитвенные просьбы у вас? Я знаю, что Вера сегодня появилась, наверное, принесла с собой такой большой список. Okay. Pray for. За здоровье, за Валентину и за. Continue to pray for Nina's daughter Victoria. Продолжайте молиться за Нинину дочь Викторию. Okay, pray for Galina and Antonio, yeah. Those and Angelica, yeah. Those we've got those prayers. Angelico, we помним про эти все. Pray for Dima at home. За Диму, которая находится дома. And Yula, yeah. Yula. Pray for them too. Pray for Valentina. Также за Валентину. Pray for Nina and her daughter. За Нину и ее дочь. За Карину, за Антошку. Yeah, we've got those. Yeah, yeah. We covered them. Anybody else sick with something? Может быть, еще кто-то есть больной или по какой-то причине отсутствует, если вы встречали их, может, знаете? Люба не может. All right, let's go ahead and stand for prayer. Давайте мы встанем для молитвы. And we'll pray a little bit tonight. Собираешь за то, что нас разумляешь. И через слово то, что ты нам говоришь, каким нам надо быть, чтобы войти в Царствие Твое, Господи. Милость Твоя, любовь Твоя, да будет сегодняшнего вечера. На всеми теми, кто пришел на свое место, чтобы слушать Тебя, драгоценного Бога. Каждую сердце вразуми, мудри и поддержи. Всех тех, кто ко спасению, утешь, Господи, возрадуй и помоги в жизни земной пройти этот путь, не спотыкаясь на славословие, величая и благословляя только Тебя. Только Ты достоин славы, чести, хвалы, аллилуйя, поклонения, потому что Ты вечно был, есть и вечно будешь. На Тебя мы уповаем, Тебя мы славим, Тебя мы хотим вечно петь. Благослови брата Пола в слове, дай ему сказать слово Твое с дерзновением сердца, а нам принять свою жизнь, свое сердце и исполнять жизни нашей. Тебя, аллилуйя, во имя Иисуса Христа, мой Бог. Аминь. Аминь. Занимайте ваши места, где мы хотели бы как-то удвоить нашу дару. I asked Juan, he's going to give a devotion tonight. И я попросил Иоанна, чтобы он передал вам Божье слово. Come on, Juan. Пожалуйста, брат Иван. Добрый вечер всем тем, с кем мы еще не виделись, которые только подошли. Mulțumim Domnului, suntem în casa Domnului. И благодарение Господу за то, что мы находимся в Доме Божьем. Dar nu în altă parte. А не в другом каком-то заведении. Spune, da, binecuvântat este omul care merge pe căile lui. И как говорил Давид, благословен человек, который ходит путями Господа. Сейчас время скинем на тему, который... Сегодня я хотел бы вместе с вами открыть тему. Апостол Павел encourажался в церкви Коринфян. А в которой апостол Павел ободряет церковь из Коринфа. Время скинем на 1 Коринфян 15:5-7. В 1 Коринфянам 15 глава, 57 и 58 стихи. Dar mulțumim fie lui Dumnezeu, care ne dă victoria prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, frații mei prea iubiți, fiți neclintiți, de nemișcat, înabundând totdeauna lucrarea Domnului, știind că munca voastră în Domnul nu este în zadar. Страничка 11:54. Но благодарение Богу, который дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда изобилуя в деле Господнем, поскольку вы знаете, что труд ваш не тщетен в Господе. Помолимся Господу. Tată Ceresc, mulțumim pentru această seară, mulțumim pentru... Отец, я благодарен тебе за этот вечер. Pentru acest cuvânt care... Благодарен за это слово, чтобы ты через него касался сердец людских. Благослови также слово, которое будет после этого от брата пастора. Каждого благослови, который здесь находится. И ты ободряй их этим вечером. Благодарен тебе за эту привилегию находиться здесь впереди. За любовь твою и за милость, которую ты изливаешь изо дня в день.
nome Tău, Iisus, m-a rugat. Amin. Vă imea Iisusa Hristă, mă luiți. Amin. M-am gândit această temă de mult timp. A, este vremea долгă, eu уже я размышляю над этим стихами. Și m-am oprit la удача aici, verset 58, spune. И посмотрите, в 58 стихе слова, которые здесь описаны. Frații mei preiubiți. Братья мои возлюбленные. Fiți neclintiți și de nemișcat. Будьте твёрды, непоколебимы. Ce înseamnă de nemișcat? А что значит непоколебимы? Înseamnă ca să fii statornic într-o lucrare. Это значит быть постоянным, а стойким в определенном деле. Ну, аз, алтфер, шо мы не алтфер. Не сегодня одно, а завтра ветер подул в другую сторону. Я приготовил аж иллюстрацию для другой. И я приготовил такую иллюстрацию, которую каждый может поразглядывать. Кто озит ди армата ди гарда ди оноари? А кто-то из вас слыхал о почетном карауле из армии? Foarte mie îmi place ei când stau într-un rând toți drept. Мне очень нравится, когда они все как по ниточке, все выстроены. Ei trebuie să stea drept, să nu se miște deloc. Никто там не двигается, не чешется, не колется. Sau mai sunt soldați din Marea Britanie, sunt care cu căciuli de cele negri. И есть солдаты в Великобритании, у которых такие высокие шапки. Что сунт уамен карибеск с плечем фаца лор. И есть люди, которые специально заходят перед ними, чтобы сфотографироваться. Срыдут ей с им пунг с вата. Или там пощипать их, или там позадевать их как-то. Да, а честь уамен карибеск. Но они как часовые стоят и никакой реакции. Сунт кондуль из команданту лор. Они руководимы указом своего начальника. Ей ао часто скунтари. А у них есть вот это послушание. Я отошла Дому Носу в ряка, но и как крестинка, копил Дмитриев. И наш Господь, он повелевает нам, как своим детям. В ряка со стым не клинтить, где не мешка. Чтобы мы были непоколебимы. Касану не дым. Индимбал делать с вами темпрежур нос. Чтобы мы не позволяли, чтобы кто-то нас щекотил или кто-то нас щипал. Нос ситуацию нос не дел. И в любой ситуации быть верным. Dacă ne ducem la Coloseni 2 cu 6 cu 7, mai vedem câteva lucruri. Если мы перевернем чуть дальше в Колоссянам, во вторую главу, 6 и 7 стихи, на страничке 1183. 2 Coloseni, 1 Coloseni, Coloseni 2 cu 6 cu 7. Вторая глава, стихи 6 и 7, страничка 1183. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, укорененные и воздвигнутые в Нем, и утвержденные в вере, как вы были научены, изобилуя в ней с благодарением. А видите, как Божий Дух, Он описывает три вещи. Во-первых, укорененные, то есть корни глубоко. Зидить, синтемиять. А дальше воздвигнутые и утвержденные. Принче, пинкрединцы. А через что? Через веру. Как эти солдаты, которые ослушаются и не смеют ослушаться. Și uitați în versetul 8 cum diavolul dorește ca să ne scoată de la lucrarea Domnului. Посмотрите в 8 стихе, как старается дьявол забрать нас от Божьего дела. Păziți-vă ca nu cumva cineva să vă ia pradă prin filozofie, înșelătorie de șapte, conform tradiției oamenilor, conform principiilor elementare ale lumii și nu conform al lui Hristos. Берегите, чтобы кто не ограбил вас через философию, пустой обман, по традиции людей, по рудиментам мира, а не по Христу. Dar iac așa, diavolul vrea să ne scoată din lucrarea Dumnezeu. Вот таким образом дьявол желает нас забрать от Божьего дела. Prin ce? Prin filozofi. Через философов. Prin multe tradiții care sunt prin prejurul nostru în această lume. Через пустой обман или по традиции людей, которые существуют в этом мире. Trebuie să faci ce, trebuie să faci ce. Вот это тебе нужно делать сегодня, а это нельзя делать завтра. Dar cuvântul Dumnezeu a promis, Dumnezeu a promis că El niciodată nu va schimba cuvântul Lui. Но Бог уже обещал, что Он не изменяет своего слова. Uitați, spune Ioan 16:17. А посмотрите в 17 главу Евангелия Иоанна и стих 17.
17 глава, 17 стих. Сфин чести прин адеверу тău, кувântul тău есть адевер. Освятив через истину твою. Слово твое есть истина. И псалму дост шаск шапки. И псалом 12, 6 и 7 стихи. 12 псалом, стихи 6 и 7. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, ca argintul curățat într-un cuptor de pământ, purificat de 7 ori. Tu le vei ține, Doamne, și le vei păstra din această generație pentru totdeauna. Слова Господа, слова чистые, как серебро, испытанное в горниле земляном, 7 раз очищенное. Ты соблюдешь их, о Господь, сохранишь от рода этого навечно. Слава Богу, потому что Кувынту Дмезеу, который есть пострад по нынзиу адяз, в 2021, как савем, акум о вяцу дин абунденце. И слава Господу за то, что до сегодняшнего дня, 2021 года, это слово сохраненное для того, чтобы мы могли иметь жизнь с избытком. А те, которые вот трекут и нам, коммунисты, ну, сымайтина, да сунта, фрац моим вырста, ич, те, которые проходили через времена коммунистов, я помоложе, а есть те, которые повзрослее, которые знают больше. Я его вот в Библии, но моя фамилия интриана. У них была одна Библия на всю семью. Dar acum stau Biblii pe masă, nu folosesc nimeni. А теперь стоят стопки Библии, никто не пользуется. Și mulțumim Dumnezeu pentru cuvântul Lui care este curat, pentru care este în ajutor pentru noi. И слава Господу за то ободрение, которое Он дает каждому из нас. Dar când ducem la Iuda 1:20. А теперь послание Иуды 1:20. Nu este acel Iuda care a fost trădat. Здесь не говорится о том Иуде, которого, который предал Иисуса. Иуда в этом случае это брат Иисуса. Dar voi, preaibiților, edificându-vă pe cea mai sfântă credința voastră, rugându-vă în Duhul Sfânt. Стих 20. Но вы, возлюбленные, воздвигая себя на святейшей вере вашей, молясь в Святом Духе. 2 Тимотей 2:15. И еще один отрывок из 2 Тимофея, 2 Тимофея 15. Учи, чтобы показать себя Богу одобренным работником, которому не нужно стыдиться, правильно разделяющим слово истины. Я хочу эти два лукрули. Эти две вещи не платят мне так, не мешка, софим. Они помогут нам оставаться непоколебимыми. Пункт 1. Ругându-се в Духу Сфинт. Во-первых, это молясь в Духе Святом. Что пункт 2. Студием Скриптурли. И во-вторых, это изучая Писание. Господь пастор вас. Как сказал и пастор сегодня. Кыдь пти дам фи карези. А чтобы хоть понемножку, но в каждый день. Как совсем в менте нас тот им пчела. Для того, чтобы в каждый день в нас было Божье семя. И это помогает очень много. Чтобы оно помогло нам укорениться и быть созидаемыми. И иметь твердое основание. Есть история про Тимофея 3:16. И также во 2 Тимофея 3:16 на этой же страничке 11:99. Toate scripturile este dată prin usfarul Dumnezeu, folositoare pentru doctrină, pentru mustare, pentru îndreptate, pentru educare și dreptate. Все Писание дано вдохновением Божьим и полезно для доктрины, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Mai sunt mulți oameni care ei refuză acest cuvânt al lui Dumnezeu. Есть многие люди, которые отказываются от этого Божьего Слова. Потому что они ищут образование с этого мира не от Божьего Слова. И этим утром Господь мне показал на этот стих из 28 главы о книге Притч, стих 4. 28:4. Кто читал сегодня 28 главу, помнит? Чече перечесть, чече перечесть ледя, лауда печесть карда, чече сил ледя, все чарты куе. Те, кто оставляет закон, хвалят нечестивых,
а соблюдающие закон борются с ними. Amen. А чей кари факу дичини мяса лорка? Сея Библия, со пуй гемасу нумай читяска. Те, которые оставят книгу на стол и не открывают ее. Ей факу мара дичини. О греча, о гречидеря. Они делают плохое решение. Пенска ей дичик. Салауди печистка. Потому что они тогда решают хвалить нечестивых. Ей сунды миллион печистка. Они завидуют нечестивым. Касепуи глорила честка. Они отдают славу или хвалят нечестивых. Так не дочь на еврей чинч, но к чинчку отвечи. А также еще один отрывок из 5 главы Евреям. Евреям, 5 глава. Стихи 15 по 18. Девятая глава, прошу прощения. А с 15 по 18. Și din această cauză, este mijlocitorul nostru, testament, pentru că prin moarte, prin răscumpărarea încălcărilor care a fost sub primul testament și chemat să primească promisiunea moștenirii eterne. Fiindcă unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc și moartea testatorului. Fiindcă un testament intră în vigoare după ce oameni sunt morți, întrucât nu are nicio putere în timp trăiește testatorul. Din aceea, nici primul Testament nu a fost consacrat fără sânge. 15 стих 9 главы Евреям. По этой причине он есть посредник Нового Завета, чтобы посредством смерти для искупления преступлений, что были на Первом Завете, те, кто призван, получили обещание вечного наследия. Ибо где завет, там должна быть необходимость и смерть завещателя. Ибо завет действителен после смерти людей. Иначе он не имеет силы вообще, пока живет завещатель. Поэтому и первый завет был посвящен не без крови. Посмотрите на 15 стих, пожалуйста. Он является посредником Нового Завета. Иисус Христос. Это Иисус Христос, стих выше. Слава Господу, человек, который сам очень перед мной. И слава Господу за того, который стал посредником за нас. Чтобы мы могли иметь веру в Него в будущем. Иуда 1, 3. Тут же книга Иуды, есть 1 глава, 3 стих. Preaibiților, dându-mă toată cilința ca să vă scriu despre salvarea comună, a fost constrâns să vă scriu, să vă îndemn, să luptați cu zel pentru credința care a fost dată Sfinților odată. Возлюбленные, когда я приложил все усердие написать вам об общем спасении, мне было необходимо написать вам и увещевать вас, чтобы вы ревностно состязались за веру, которая была однажды передана святым. Ne spune ca să luptăm cu zel pentru credința noastră, în fiecare istorie că suntem noi. E написано, чтобы мы ревностно трудились, а потому состязались за веру, которая была однажды передана святым. 1 Петру 3, 15. 1 Петра. 1 Петра. 3 глава. Стихи 14 и 15. Dar și dacă suferiți pentru dreptate, fericiți sunteți și nu vă temeți de teroare lor, nici nu fiți tulburați. Și simțiți pe Domnul Dumnezeu cu inimile voastre și fiți gata totdeauna pentru a da un răspuns fiecărui care vă cere un motiv a speranței care este în voi cu blândețe și teamă. Но если вы страдаете за праведность, счастливы вы, и ужаса их не бойтесь и не тревожьтесь. Но освящайте Господа Бога в сердцах ваших, и будьте всегда готовы дать ответ каждому, кто спрашивает у вас причину надежды, которая в вас с кротостью и страхом. Ну, мы касса не лутым бен кредитом ностры. Мы не только должны отстаивать нашу веру. Да, со стим кум садему распунц. Но мы должны дать ответ каждому. У него пентру мини есть как у лекции, мега сады. Иногда и для меня является уроком, когда я говорю с кем-то на улице. Под ворбец для вас есть кунас, чем чего Может быть, он что-то знает из Библии.
Eu vim na casa, mă uit, caut acel verset. E ia прихожу домой, разыскиваю этот стих. Caldat pentru altcineva să fie ceva mai clar. Чтобы я в следующий раз я мог еще шире объяснить и более яснее представить эту тему. Ca să nu fim în turburare tot timpul. Чтобы мы не были в путанице. Să mai fim atenți ce să punem temelia noastră. А чтобы мы были внимательны, что мы ставим в основание. 1 Corinteni 2 cu 9 cu 11. 1 Коринфянам, 2 глава с 9 по 11 стихи. 2 глава с 9 по 11 стихи. Но как написано. Не видел глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил тем, кто любит его. Но вам Бог открыл это духом своим. Ибо дух исследует все, даже глубины Божьи. Ибо всякий человек знает человеческое, кроме духа человека, который в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. Вот это на все эту зечь. Посмотрите на 10 стих. Прин духу сел, финка духу чертетяза тоати. А это Бог открыл духом своим, ибо дух исследует все, а даже глубины Божьи. А для чего людьми сделал? Глубины Божьи. Но майеры сечела карипуат ставаду чейс на утром нос. Только он может увидеть, что есть внутри нас. Все мусульмин не сделал пентру часто, пентру пресса не одну камин со фачен по воле луи. И чтобы мы были благодарными Богу за то, что Он приносит в нашу жизнь то, что есть по воле Его. Чтобы мы оставались твердыми и непоколебимыми. Как на этой картинке эти войны. Лука вот ку вот. Также Луки 8.8. А другое упало на добрую почву, и взошло, принесло плод стократный, и когда сказал это, он воскликнул: «Кто?» He puts out a lot of tracts and he's faithful. Он много трактатов успевает раздавать, и он верный в своем деле. And I believe that he really lives that message. И я думаю, что это его жизнь, а то, что он говорит. Thank you, brother. Спасибо, брат. Very much. Мы очень признательны. I won't keep you long. Я не стану вас долго задерживать. I'll just give you a little bit of a thought tonight. Я хотел бы поделиться с вами небольшой мыслью. And then we'll go home. А после чего мы пойдем к нашим халабудам. Look at 1 Peter. Посмотрите в первое послание Петра. And chapter 1 tonight. Первая глава. And I won't be long. I'll give you a little bit of a message tonight. Я дам вам только такое начало. Вы дальше можете развивать эту мысль. And in 1 Peter chapter 1 and verse 2. Посмотрите в первом послании Петра, первая глава, второй стих. Elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit. Under the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Страничка 12-19. Избранным, согласно предназначению Бога Отца, через освящение Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Now it's the source of salvation here. Мы говорим о сути спасения. We see the Father, the Son, and the Holy Ghost. Мы видим здесь Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Anybody that doesn't believe that is not a Christian. И каждый, кто не верит в эту Троицу, не является христианином. When you look at the word election, we see salvation as being planned by the Father.
когда мы смотрим на первое слово «избранным», мы говорим о том спасении, которое инициировал Отец. It's produced by the Spirit. Которое было произведено Святым Духом. And purchased by the Son through the blood of Jesus Christ. А приобретено Иисусом Христом, Его кровью. It means the Father thought it, the Spirit wrought it, and the blood bought it. То есть Отец задумал, а Дух выполнял, а кровь купила. Now, not only does God deal with our source of salvation here, не только Бог работает с нашим планом спасения тут, but tonight I want to look at the strength of salvation. Сегодня я хотел посмотреть на силу спасения. We have a strength because we've been born again. Мы имеем силу, потому что мы рождены заново. In verse 3, посмотрите на третий стих. Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, according to His abundant mercy, which you've begotten again in the lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Благословен будь Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, который согласно обильной милости своей породил нас опять к живой надежде воскресением Иисуса Христа из мертвых. To an inheritance incorruptible, undefiled, that fadeth not away, reserved in heaven for you. К наследству нетленному, неоскверненному, которое не увядает, сберегаемому на небе для вас. Let's pray. Помолимся. Our Heavenly Father, tonight we thank you for the message of being steadfast in the faith. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за проповедь, чтобы быть непоколебимыми в вере. We pray we'd be good soldiers for the cause of Jesus Christ. Хорошими воинами для Иисуса Христа. Now, Lord, we pray that the Holy Spirit continue to work on people's hearts. И я прошу, чтобы Дух Святой продолжал свою работу в людских сердцах. It's always our prayer, Lord, if there's someone in here that doesn't have peace, that they get peace. Это всегда наша молитва, если кто-то не обладает этим миром, чтобы они приобрели этот мир от Тебя. We know there's no peace, saith my God, the wicked. Мы знаем, что нет мира нечестивым, говорит Бог. And Lord, we know there's peace in the blood of Jesus Christ. И есть мир в крови Господа Иисуса Христа. And we thank you for that tonight, Lord. И мы благодарны Тебе за это, Господь. And as we look into the Bible tonight, и как мы смотрим Библию этим вечером, we pray the dear Holy Spirit would look into our lives. Мы молимся, чтобы драгоценный Дух Святой заглянул в нашу жизнь. Lord, you convict our heart of sin. А чтобы Ты убедил наше сердце в грехе. Show us the error of our ways. Показал нам ошибочность наших путей. I pray tonight that if there's one here that doesn't know Jesus, they get saved. И я молюсь, если есть кто-либо здесь, кто не знаком с Иисусом, чтобы они приняли Иисуса, пока не настало навечно поздно. Lord, help us tonight. Помоги нам этим вечером. In Jesus' name. Во имя Иисуса молимся. Amen. We see the strength of salvation. Мы видим силу спасения. Notice it says, посмотрите, как говорится, talking about the Lord Jesus Christ, когда говорится о Господе Иисусе Христе, He hath begotten us. Который зачал нас. What has He begotten here? Как Он сделал это? It says, unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Посмотрите, согласно обильной милости своей, породил нас к живой надежде, воскресением Иисуса Христа из мертвых. Be a terrible thing to say that I'm saved. Было бы ужасным говорить, что я спасен. And I know the source of my salvation. И знать, что источник моего спасения. Jesus Christ and salvation doesn't have enough strength to last and doesn't have enough strength to help me fight my daily battles. Если бы Иисуса Христа не хватило силы содержать мое спасение или помочь мне преодолевать победу в битвах. Bible says, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. И Библия говорит, в ком мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов. The Bible says, Библия говорит, but God who's rich in mercy for His great love, wherewith He loved us. Но Бог по милости своей, Он возлюбил нас. God has given us some assurance of salvation. Бог дает нам уверенность в спасении. Do you have assurance if you died right now that you'd be in heaven? Имеете ли вы уверенность, что если вдруг вы умрете, вы будете с Богом на небе? When you get saved, когда вы принимаете спасение, the Bible says you have some pillars of faith. Библия говорит, что мы созданы как эти столбы спасения. God gives you faith to help you through your trials and troubles in life. Бог дает вам веру, чтобы помочь вам преодолевать все
а испытание в жизни. First Peter is written to the challenges of suffering people and the persecuted church. И в первой церкви, а Бог помогал этой гонимой церкви пройти через все эти страдания. We're going to face some persecutions before the Lord Jesus Christ comes. И прежде чем Иисус Христос вернется, мы также встретимся с трудностями. You're going to have to make up your mind. Are you for Jesus or are you against Jesus? Потому вам нужно определиться, вы следуете за Иисусом или вы идете против Него. You're going to have to make up your mind. Are you saved or are you not saved? И вам нужно определиться, спасены вы или не спасены. So the question comes up tonight. Потому вопрос, который станет перед нами сегодня. Where does the strength of our salvation come from? Откуда происходит сила для нашего спасения? I want to say several things about the strength of salvation. И я хотел бы несколько вещей перечислить в отношении силы для нашего спасения. Number one. Во-первых. We have strength because of regeneration. Мы имеем силу благодаря возрождению. That means we've been born again. Это говорит нам о рождении заново. The Bible says that Jesus Christ has begotten us. И Библия описывает, что Иисус Христос, Он породил нас. Look at John 1:13. Посмотрите в первую главу Евангелия Иоанна, а стих 13. John 1 and verse 13. Первая глава, стих 13 Евангелия от Иоанна. It says, написано, which were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Которые нет крови, нет желания плоти, нет желания человека, но от Бога родились. Are you born again? Родились ли вы заново? Has there ever been a time in your life where you've repented of your sins and asked Jesus Christ to save your soul? Было ли в вашей жизни время, когда вы просили Иисуса Христа, чтобы Он спас вашу душу? The Bible says, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. The Bible says, Библия говорит, the life of the flesh is in the blood, and I've given it to you upon the altar for an atonement for your soul, for it's the blood that's an atonement for your soul. Жизнь тела в крови, и я даю вам для искупления тела, потому что искупление, оно находится в крови. Jesus died for you on a cross. He shed his precious blood on a cross so you could have redemption, so you could go to heaven when you die. Иисус проявил свою любовь на кресте для того, чтобы мы могли идти на небо тогда, когда умрет наше тело. We're not saved by a church. Мы не спасаемся церковью. We're not saved by a denomination. Не спасаемся деноминацией. We're not saved by our good works. Не спасаемся добрыми делами. We are not saved because we've been baptized into a church. Не спасаемся потому, что мы крестились в какой-то церкви. We are saved by the blood of Jesus Christ and the grace of God and what Jesus did on the cross. Мы спасаемся благодатью Господа Иисуса Христа тем, что Он совершил на Голгофском кресте. Look at James. James chapter 1, please. Переверните в книгу Якова. James chapter 1. Первая глава Якова. The Bible's the truth. Библия это истина. The Bible tells you the way of salvation. И Библия рассказывает нам о пути спасения. The Bible tells you what to believe. И она рассказывает нам, о чем нам нужно верить. The Bible tells you how to live. И говорит нам, как нам жить. The Bible is the light of the world that people need. И Библия это свет миру, который необходим людям. Do you have peace tonight that you're going to heaven? Имеете ли вы мир в вашем сердце, что вы будете с Богом на небе? James chapter 1, please. Первая глава послания Якова. Verse 18. Talking about Jesus here. А здесь говорится об Иисусе. Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of the first fruits of his creatures. По собственной воле своей породил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым родом первоплодов его тварей. How are you born again? Как мы родились заново? How do you go to heaven when you die? Как нам попасть на небо, когда умрет тело? How do I know that I'm saved? Как мне знать, спасен ли я? It says by the word of truth. Написано через слово истины. That's the new birth. Это новое рождение. He's begotten us by the lively hope, brother. Где написано, что он породил нас
через живую надежду. I like that word, born again. И мне нравится эта фраза, рожденный заново. I think the new birth is real as your physical birth. И каждый из нас имеет первое рождение, когда мы рождаемся физически. If you're here tonight, you have two births. Если вы находитесь здесь, у вас должно быть два рождения. You are born in this world physically. Во-первых, первое рождение это рождаясь в этот мир физически. Then you have to be born spiritually. Второе рождение это духовное рождение. There has to be a time and place in your life where you've repented of your sins and asked the Lord Jesus Christ to save your soul. Должно быть рождение, когда вы просите Иисуса Христа, чтобы он спас вашу душу. Are you born again? Рождены ли вы заново? If you died right now, where would you spend eternity? Если вы вдруг умрете, где вы проведете вечность? When did you get saved? Когда вы были спасены? How did you get saved? Каким образом вы были спасены? Can you remember the place you got saved? Помните ли вы то место, где вы были спасены? If there's never been a time in your life, если не было такого времени в вашей жизни, the Bible says today is the day of salvation. Библия говорит, что сегодня есть день спасения. Why? Почему? You say, why should I get saved? Вы скажете, о чем мне нужно принимать спасение? When we die, that's just the end of it. Если мы закончим жизнь, на этом и конец. That's a lie. Это обман. The Bible says when you die, Библия говорит, что когда умирает тело, to be absent with the body is to be present with the Lord. Лучше выйти из тела и водвориться у Господа. You're going to stand before God and give an account of your sins. Где мы будем стоять перед Богом и давать отчет за наши грехи. And if you've never been forgiven of your sins and you've never trusted the blood of Jesus for salvation, you'll pay for your sins in hell. И если вы не доверились Иисусу Христу в вашем спасении, вы будете платить за ваши грехи. You say, I don't know why a God who's so loving would send people to hell. И вы спросите, а почему такой любящий Бог будет посылать людей в ад? God doesn't send people to hell. Бог не посылает людей в ад. People send themselves to hell. Люди сами себя посылают в ад. Because when you choose to follow your sin, потому что когда вы выбираете следовать в сторону греха, you choose to live for the devil, а жить для дьявола, you have to go to hell to pay for your sins because that's where sin goes. It goes to hell. Потому что греху определено идти в ад. You say, I don't understand why Jesus had to die. Вы скажете, я не понимаю, почему Иисусу нужно было умирать. He died to pay for your sins. Он умер, чтобы заплатить за ваш грех. He died and he was buried and he rose on the third day. Он умер и воскрес на третий день. When he died, когда он умер, his soul went to hell. Его душа пошла в ад. His soul went there to pay for our sins and the sins of the whole world. Для того, чтобы заплатить за наши грехи и грехи всего мира. So when people refuse to repent, потому когда люди отказываются каяться, and people refuse to believe Jesus as their savior, и верить в Иисуса Христа как личного спасителя, they have to go to hell to pay for their sins. Тогда они предназначены идти в ад, чтобы платить за собственные грехи. Now tonight, you don't have to go there. Не обязательно вам туда идти. I'm giving you an invitation tonight to repent. И я даю вам приглашение, чтобы выйти и раскаяться. I'm giving you an opportunity to turn from your sins and turn to Jesus. Чтобы отвернуться от греха и повернуться к Иисусу. Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Библия говорит, что все согрешили и лишены Божьей славы. If you don't know where you're going to spend eternity, get saved before it's ever too late for you. Если вы еще не спасены, примите спасение, пока не настало навечно поздно. Do you realize? Понимаете ли вы? No one has ever been born of a physical birth and the mother not know that the child was born. А тот, который рождается от физическим рождением, может быть, мать даже не знает, а что он родился. You had to know that you were born. Нужно знать, что вы родились. You say, well, brother Paul, how do I know that I'm born? Вы скажете, как мне знать, что я родился? Well, I can't remember when I was born. Я не помню, когда я родился. The fact that you're here tonight solidifies the fact that you were born physically. И тот факт, что вы находитесь здесь, это утверждает факт, что вы родились физически. And if you're saved, you know you have a definitive experience that you've been saved by His blood. И вы, находясь здесь, вы имеете определенное
а качество, которое доказывает то, что вы спасены. You know what it means to be born? Знаете, что значит быть рожденным? Means there's no past. А значит, нет прошлого. You have a new start. Теперь есть новое начало. You know, some of you, if you get saved, you get a new start in life. Когда вы рождаетесь, у вас есть новое начало в жизни. God has a new life for you. У Бога есть новая жизнь для вас. When a man or a woman gets saved, brother, all things are passed away. Behold, all things become new. Тогда, когда человек рождается заново, а древнее прошло, теперь все новое. And how do you know that? Знаете, как вы это The strength of regeneration. Благодаря силе возрождения. Not only have the strength of regeneration. Мы не только имеем силу для возрождения. But you have strength by the promise of the resurrection. Мы также имеем силу благодаря обещанию воскресения. You know why I know I'm saved? Знаете, почему я знаю, что я спасен? Because Jesus bodily rose from the grave. Потому что Иисус телесно воскрес из мертвых. Died, he was buried and rose again. That's the gospel of Jesus Christ. Он умер, был погребен и воскрес. В этом суть Евангелия Иисуса Христа. It wasn't the end when they placed him in the tomb. Не был конец тогда, когда они положили его в могилу. They thought, well, I can get rid of him right now. We got rid of Jesus. No more problem with Jesus. Они, возможно, радовались, что теперь больше не будет проблем с Иисусом. Он в могиле. Он под охраной. But thank God on that glorious resurrection of the day, Jesus became the first fruits of the resurrection. Но благодарность Господу Иисусу Христу, что в этот день Он воскрес первый плод воскресения. And because Jesus was promised to rise again, you are promised to rise again. И потому что Иисус воскрес из мертвых, нам обещано воскреснуть из мертвых. How many believe Jesus resurrected from the grave? Кто из вас верит в то, что Иисус воскрес из мертвых? You ought to raise your hand. Каждый должен поднять свою руку. Do you know? Знаете ли вы? One day, что в один день, every one of the graves will rise again. Все могилы откроются, и там все воскреснут из них. The graveyard, so I see there's a graveyard up here. There's a graveyard over here. В город, тут есть кладбище на въезде, другое. Do you realize one day those graves will open? Представьте себе, все кладбища, могилы откроются. And some of them will go to the resurrection of the dead. Some of them will go to the resurrection of life eternal. Одни будут воскрешены воскресением мертвых, другие воскресением вечным. You know why we have strength and salvation tonight? Знаете, почему мы имеем силу воскресения сегодня? Because of the promise of the resurrection. Благодаря обещанию воскресения. So not only do we have the strength of salvation because of the resurrection. Потому мы не только имеем силу воскресения, силу спасения для воскресения. And the regeneration. И возрождение. But we have strength because of redemption. Мы также имеем силу благодаря искуплению. I've been redeemed. Я был выкуплен. Our soul has been redeemed when you got saved. И моя душа выкуплена тогда, когда я принял спасение. Because you trusted Jesus as your Savior. Доверившись Христу как личному спасителю. God redeemed your soul. Бог выкупил. Doing all right? Yes. У всех все хорошо? First Peter chapter 1. А в первой главе 1 Петра. Verse 4. Посмотрите на 4 стих. Look what it says. А что тут написано? To an inheritance incorruptible, undefiled, that fadeth not away, reserved in heaven for you. К наследству нетленному, неоскверненному, которое не увядает, сберегаемому на небе для вас. God says he has an inheritance for you. Бог говорит, что у вас есть наследие. We not only have full assurance of redemption. Мы не только имеем полную уверенность об искуплении, but we also have a reservation. Мы также имеем что-то сохраненное. Notice it says, посмотрите. Reserved in heaven for you. Сберегаемое на небе для вас. I want you to know the reservation is not heaven. И я хотел бы сказать, что вот это, что сберегается, это не небо. The reservation is this body. А сберегаемое это тело. I'm going to get a new body. Где я получу новое тело. Look at Psalm 31, please. А переверните в Псалом 31, пожалуйста. Psalm 31, please. 31 Псалом. And I want you to look at verse 19. А посмотрите на 19 стих 31. Psalms 31:19.
19 стих, страничка 594. Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men. О, как велика доброта твоя, которую ты хранишь для тех, кто боится тебя, которую ты приготовил тем, кто уповает на тебя перед сынами человеческими. God says, Бог говорит, one day, что в один день you're going to get a new body. Вы получите новое тело, it's going to fade not away. Которое не будет тлеть. It's never going to get sick. Которое не будет болеть. You never have to worry about the coronavirus again. Не нужно переживать о коронавирусе. You'll never have to wear a mask again. Не нужно будет носить масок. You'll never have to have problems with your legs or your eyes or your ears. Не будет проблем ни с ногами, ни с глазами. God says, I got a new place. I got a new place for you. Бог говорит, новое место приготовлено для тебя. Look at Revelation 21. А переверните в Откровение 21 главу. Are you saved? Спасены ли вы? If you died right now, where are you going? Если вы вдруг умрете, куда вы пойдете? You say, well, I'm a member of certain church. Вы скажете, я член вот такой-то церкви. That's not salvation. Но в этом нет спасения. Well, you know, I try to live a good life. О, я стараюсь жить примерной жизнью. I'm a good person. Я хороший человек. The Bible says there's none good, no, not one. Библия говорит, что нет доброго, нет ни одного. That doesn't get you to heaven. Это не ведет вас на небо. You get to heaven by the blood of Jesus and by trusting Him as your Savior. Вы попадаете на небо, доверяясь Иисусу, пролитой крови за ваши грехи. Revelation 21. 21 глава Откровения. Verse 27. 27 стих. Go ahead, brother, read for us. И никоим образом не войдет в него ничто, что оскверняет, ни что-либо творящее мерзость или делающее ложь, но те, кто записан в книге жизни ягненка. Is your name written in the Lamb's book of life? Записано ли ваше имя в книге ягненка? You know, when he's talking about undefiled, incorruptible. Когда он говорит неоскверненное, нетленное. He said, one day you're going to get an incorruptible body. Он говорит о том, что в один день мы получим не тлеющее тело. There are certain words in the Bible that give a great meaning that you ought to pay attention to. И есть в Библии слова, на которые нужно обращать внимание, потому что в них богатое содержание. One of these words is called incorruptible. И вот это слово, которое нетленное. It means not marred, not tainted. Не ветшающее, не слабеющее, не гниющее. Think about this. Подумайте об этом. When God made man, he made man perfect. Когда Бог создал человека, он создал его совершенным. The Lord said when he made man, he said, it's good. И когда Бог создал человека, он сказал, хорошо весьма. But by the time you get to Genesis 6, all men are corrupt. Но когда мы доходим до 6 главы книги Genesis, мы находим, что все люди испортились. What's corruption? Что же за это за испорченность? It gives something a lesser value. Которое не стоит так дорого. Something had taken place to cause God's perfection to become worthless. То, что было ценным в Божьих глазах, теперь не имеет ценности никакой. Man, I don't care who you are tonight. И не важно, кем бы вы не были сегодня. I don't care how much knowledge you have. Сколько бы знаний вы не имели. I don't care how much money you have. Сколько бы денег у вас не было. If you don't have the promise of everlasting life, you don't have anything to look forward to. Если у вас нет обещания жизни вечной, вам нечего ждать. It's not in this world that we anchor ourselves. Мы не жители этого мира, в котором наш якорь должен быть зацеплен. It's in the inheritance. Мы говорим о наследии. You know what he's saying? Посмотрите, что он говорит. He puts you in his will. Что он записывает вас в свою бумагу дарственного имущества. And that will hasn't been written yet. И это еще не закончено писать. And you know, one day it's all going to be opened up for God to read it. Где в один день оно будет открыто для того, чтобы мог Бог прочитать там записано. But God says, when I give you an inheritance. И Бог говорит, тогда, когда я
Выпишу вам вот это ваше наследие. It's going to be incorruptible, undefiled, that fadeth not away. Оно будет нетленное, неоскверненное, не увядающее, сберегаемое. Now, we have a corrupted body. Теперь у нас вот эти тела ветшают. God said, I'm making a promise to you, I'm going to redeem you. И Бог говорит, я делаю вам обещание, что я выкуплю эти тела. I remember when I was a little kid. Я помню, когда я еще был ребенком. We used to buy Coca-Cola real cheap. А мы тогда покупали Coca-Cola очень дешево. Maybe you had this over here. А может быть были здесь эти дюшес, вода. My dad would go to the store and he'd buy these case of Coca-Cola. И может быть вы покупали ящики с газировкой. And they were in bottles, they're not in cans. Они были в бутылках, не в консервированные в металлических банках. Once you drank all the bottles, когда ты выпил все бутылки, you had to take the bottles back. Бутылки можно было отнести на сдачу. And you, by taking them back, they would give you redemption money so you could buy some more of it. И они давали тебе деньги, на которые ты мог купить другую бутылку. But sometimes what you do, иногда то, что мы делаем, is you let those bottles accumulate. Когда накоплялось много бутылок, and all of a sudden, when you went back to buy new bottles, you bring the old bottles back, and they would give you new bottles for the price of the old bottle. И они принимали эти старые бутылки и давали вам полные бутылки. It was called the redemption price. Где за сумму с данных бутылок вы получали полные бутылки взамен. And that's kind of what's going to happen to us. Это то, что происходило с нами. God's going to give you a new body. Бог даст нам новое тело. Think about it. Подумайте. Just like you give you new bottles. А как и новую полную бутылку вы получаете взамен старых пустых. Think about it. А подумайте. It's all incorruptible. It fadeth not away. Мы говорим о нетленном, о неоскверненном. He says, until you've been given that new body, I want you to understand some things. И он говорит, до тех пор, пока вы получите новые тела, я хотел бы, чтобы вы что-то понимали. I want you to know you've been saved by incorruptible blood. Что вы были спасены нетленной кровью. Look at 1 Peter chapter 1, please. Переверните снова в первое послание Петра, первую главу. We're almost finished here. Мы почти заканчиваем. Couple more scriptures and I'll give you an illustration and you'll go home. Несколько еще отрывков после иллюстрации и 1 Peter chapter 1, 1 Петра, 1 глава, verse 18 and 19. 18-19 стихи. For as much as you know you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by the tradition of your fathers. Поскольку вы знаете, что нетленными вещами, как серебро и золото, искупленными вы от суетной жизни, полученной по традиции от отцов ваших. But with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Но драгоценной кровью Христа, как ягненка, без порока и без пятна. He's saying, until you get your incorruptible body, I want you to know you've been saved by the incorruptible blood. И он говорит, до тех пор, пока вы получите нетленные тела, я хотел бы, чтобы вы знали, что вы искуплены не подкупной кровью. Verse 23. 23 стих. Being born again, not of corruptible seed, but incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Родившись опять нетленного семени, но от нетленного Словом Божьим, которое живет и пребывает вечно. He says, until you get there, we have an incorruptible body coming. Because the incorruptible blood has been applied, we have the incorruptible book that tells us how to get there and how to get the blessings from the Lord. Пока мы получим нетленные тела, у нас есть вот эта неиспорченная кровь. И также книга, которая говорит нам о том, что она не перестанет, будет жить вечно. What's the word of God mean to you? Что же Божье слово значит для вас? I heard a story. Я слыхал такую историю. When the Soviet Union fell. Когда развалился Советский Союз, слава Богу. In those days, when it happened, there was one state church. И в то время, когда это случилось, была только одна государственная религия. It was a sanctified state church. И она считала себя освященной государственной. The churches during the Soviet Union had to tell the government what they were preaching.
И церкви, они должны были отчитываться перед государством о том, что они проповедуют. They had to get approval for their sermons. Им нужно было печать получить на ту проповедь, которую будет читаться в воскресенье. The government controlled everything, you know that. Где государство контролировало все абсолютно, вы пережили это. But there was a group of believers that said, you can't hold us down. Но была группа верующих, которые сказали, мы не будем становиться в эту ловушку. They met in flats, they met out in the street, they met in secluded places. Они выбирали такие нелюдные места, собирались там где-то в парках, или в лесах, или в квартирах, или еще как-то. Some of them would have one Bible for 100 people, and they take pages of the Bible and pass it around to the people so they can hear the Word of God and so they can read the Bible. И у них была одна Библия, и разрывали на 100 страничек, раздавали каждому по страничке, потом менялись друг с другом. But one man among the group was an atheist. И один человек в этой группе оказался атеистом. He had a godly Christian grandmother. И у него была благочестивая бабушка. And she would read one of those. She had one of those books called the Bible. И у нее была часть книги Библии. Which at the time was against the law to have a Bible. А что тогда было против закона иметь Библию в своем доме? He said, I remember sitting on my grandmother's lap every evening, and she would read chapters and chapters of the Bible, and tears would run down her face as she read that Bible to him on her lap. И он рассказывает, как вечерами он сидел на руках у бабушки, и она читала ему страницу за страницей из Библии, и он видел, как слезы текли с ее глаз. She knew at any time she could be locked up. Somebody could break down the door, take her, take the Bible, and throw her in prison. But she didn't care. She wanted to read the Bible and read it to her son. Она знала, что в любой момент кто-то может ворваться в ее комнатку, сломав двери или окно, забрать ее Библию, закрыть ее в тюрьму, и она больше не будет иметь возможности читать ее своему внуку. He said later on, after his grandmother died, он говорит, после какого-то времени, когда эта бабушка умерла, he said the power of education was much greater than what my grandmother was reading me in the Bible. И он рассказывает, что сила образования, она взяла вверх над тем, что бабушка читала ему из Библии. And he forsook all that to follow communism. И он забыл о том, что читала бабушка, и последовал за коммунистами. By the way, communism is built on atheism. А коммунизм, он был построен на атеизме. Well, this man, even though he professed atheism, и этот человек, даже если он исповедовал атеизм, even though in the stillness of night as he would lay on his bed, he would always wonder and thoughts would come into his mind of his grandmother reading that Bible at night and even thinking about God. В тишине ночи, просыпаясь, он вспоминал те слова, которые бабушка читала ему по вечерам, и вспоминались эти картины. He said, I would remember just in my own mind, in the stillness laying on my bed, I could just see my grandmother's face as tears rolled down her cheeks. И он представлял себе тогда, когда просыпался среди ночи, слезы, текущие по щекам бабушки, тогда, когда она читала ему страницы из Библии. He knew that even though he didn't believe in that book, he thought that that book was nothing more than a myth. It was nothing more than a fairy tale. И он знал, что все атеисты говорили, что это как сказка, это как миф, этому нельзя доверять. But he knew that one thing that my grandmother anchored everything that she was based on the Bible. Но все, во что или чем жила эта бабушка, она основывала на Библии. He knew that she was willing to die for the Bible. И он знал, что она была готова умереть ради Библии. So the time came when the wall fell and communism died. И пришло время, когда эта стена упала, и коммунизм рассыпался. And all the communist people in his town went through the whole town, confiscated all the Bibles, and put them in a big old warehouse. И он увидел, как эти коммунисты, они ходят по селу, собирают все Библии для того, чтобы собрать их в определенный дом, в архив. They even had bonfires outside the warehouse, burning Bibles. They burned them by the thousands. И они разожгли костер для того, чтобы сжигать эти Библии, которые были собраны. But what they didn't know, то, чего они не знали, is in their town,
что в их городе. After communism had fell, there was a huge warehouse that nobody else knew about. А был большой склад, о котором никто не знал. There were thousands and thousands of copies of the Word of God put into that warehouse. Где были тысячи копий Божьего слова, которые хранились в этом доме. To this day, they don't know why they got there. They thought that they'd all been destroyed. И до сегодняшнего дня не знают, как они там оказались. Они думали, а что все Библии были уничтожены костром. He said in that little village is where that warehouse was. Но тогда, когда он оказался в том селе, где находился этот дом, and they had confiscated the Bible that his grandmother had. И он нашел там ту Библию, которую конфисковали у бабушки, из которой она ему читала. He said he was standing outside with hundreds of people waiting for that warehouse to be unlocked so people could go in and get a copy of the Word of God. Он говорит, я вспоминаю, когда я стоял перед дверью в очереди людей, когда откроют этот дом для того, чтобы вернуть Библии, конфискованные у людей. And that atheist man sat outside that warehouse and began to think to himself, life has left me empty. Atheism has given me no hope at all. И этот человек, стоя там, он думал, а жизнь оставила меня пустой. Атеизм ничем меня не мог заполнить. I wish I had something that my grandmother had. Я хотел бы иметь то, что было у моей бабушки. And he said he bowed his head for the first time and he started to pray outside that warehouse. И говорится, что он склонил свою голову и стал молиться там, находясь возле этого деревенского склада. Lord, if your word is true, somehow you've got to prove it to me. И он сказал, Господь, если слово Твое истина, каким-то образом, докажи мне это. I just can't believe what my grandmother believed. Я не могу поверить в то, что верила моя бабушка. All of a sudden the warehouse doors opened. Тогда, когда пришли с ключами, открыли двери этого дома. People walked in and saw thousands and thousands of those Bibles. And they began to grab Bibles and put them under their arms and walk out of there. Люди стали заходить в этот дом, брать Библии, ставить их под мышку и идти к своим домам. And the atheistic guy walked in and he grabbed the first Bible he saw in the warehouse. Этот атеист, он также зашел и первую Библию, которую он увидел, он взял. He stuck it under his arm and he still felt that it could be in trouble, that it maybe was a trap and the communists were going to send everybody to prison because of it. И в страхе, что его также могут заметить и коммунисты какие-то могут его сдать и отправить куда-то в Сибирь. He hid it. Он спрятал. Put it under his jacket. А поставил ее под пиджак. And he ran home. И убежал домой. He said, when I finally got home. Он говорит, когда я наконец-то добрался до дому. In the privacy of my home. Там, в тишине дома. He said, he opened up that Bible. Я открыл обложку. And inside that Bible was his grandmother's signature. И там была подпись его бабушки. Of all the thousands of Bibles in that warehouse, the one Bible that he picked was his grandmother's Bible. And he got saved. He bowed his head and trusted Jesus as his Savior. Из тысяч Библий, которые хранились в этом доме, а он попал на ту, которая принадлежала его бабушке. God proved to him that there was a God. И Бог доказал ему, что Бог по-настоящему жив. Of all the thousands of Bibles in that warehouse, he could have picked any of them. He picked out his grandmother's Bible that was confiscated. Он мог взять любую другую, но почему-то, а он взял ту, которая принадлежала его бабушке. You can't stop this book. И вы не можете остановить эту книгу. This book has power. Of you. I've given you a copy of the Word of God. I've given you something to bring the Bible in. And yet you never bring the Bible to church. You must bring the Bible. Because the Bible is going to make you grow. И каждый получил из вас такую книгу. И эта книга поможет вам расти. Приносить ее с собой. Для того, чтобы видеть своими глазами, что здесь написано. The Bible will keep you from sin. Or sin will keep you from the Bible. Библия удержит вас от греха. Или грех удержит вас от этой книги. Maybe all the trouble is you're having in your life is because it's an absence of God in your life.
И, может быть, все беды, которые есть в вашей жизни, это из-за отсутствия Бога в вашей жизни. I want you to know. Я хотел бы, чтобы вы знали. There's strength in salvation. Что есть сила в спасении. There's strength in salvation. Есть сила в спасении. Because of redemption. Благодаря искуплению. There's strength in salvation because of regeneration. Есть сила спасения благодаря возрождению. There's strength in salvation because of the resurrection. Есть сила, которая в спасении благодаря воскресению. Let me ask you. Хотел бы я спросить вас. Where are you going to spend eternity? Где проведете вы вечность? If you don't know. Если вы не знаете. Today. Сегодня есть день спасения. You say, well, Brother Paul, I'm not reading the Bible. I'm Christian. Вы скажете, брат Пол, я не читаю Библию, я считаю себя христианином. Shame on you. Стыдно вам должно быть. Shame on you. Стыдно должно быть. I don't care how old you are. Не важно, какого бы вы не были возраста. Read it. Читайте ее. Well, I don't understand it. Read it. Вы скажете, мне непонятно. Читайте ее. Jesus said, the words I speak unto you, they are spirit and they're life. Господь сказал, что слова, которые я говорю, в них суть, дух и жизнь. Let's stand for prayer. Мы встанем для молитвы. With all heads bowed. Когда наши головы склонены. And eyes closed. А и глаза закрыты. We're going to have a word of prayer. Это будет время для молитвы. The one you pray for. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы благодарны Тебе за слова живые, которые Ты записал в Своем Слове, которые являются нашей силой для искупления, для воскресения, для возрождения. Благослови каждого из нас желанием вникать в это слово, извлекать для себя пользу, меняться согласно этим словам, распространять их среди других людей, для того, чтобы и в них была эта сила, чтобы и они могли знать точно, иметь эту уверенность, о которой ты повествуешь там, быть непоколебимыми в вере. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа молимся. Занимайте ваши места. Это время пения, брат Андрей. 62 номер. 162. 162. Во свете жизни будь готов вести мне правдой бой. Воют, пока ночной вокруг не строит мир земной. Возьми врага, займи камы, разбей греха куны. Победа, вера, знаю мы, что побеждает мир. Верой луч стоим, верой победим. Вера, начальник наш, и трудный зоркий знак. Идем по знамени нежели, Евангелие наш мир. На путь мы техника цели, решим сердца предель. И вера словно ураган прошла во всей земле. И каждый день за Бога мы будем вместе с ним. Верой устоим, верой победим. Вера начальник наш и друг и зоркий знак. Со всех сторон идут враги, готовы грозный бой. Земную люди не береги, а только правде стой. Хранили правды дороже, совсем не ждем один. Земля от беды загрожит, придет великий день. Верой устоим, и другие зоркий страх, то победит того Господь, величие облечет, пред ангелами возвесет, прославит род и род. И так придем путем прямым, верна в жизни чиста, и как Святой Сыны мир, пред именем Христа. Верой устоим, tonight.
теперь время склонить головы. Quiet our hearts. А успокоимся в сердцах. Respect the Lord tonight. А с уважением Господу. Pray to God in heaven. А молитесь Господу небом. Don't talk. А не говорите друг с другом. Please watch what you say. А будьте внимательны, что вы произносите. I want to ask you a very important question. Я хотел бы задать вам очень важный вопрос. I'm sure that pastor in town. Я верю, что есть тот пастор в городе. Just died. Который умер. Probably thought he had more years than he had. Возможно, думал, что у него будет больше времени, чем оказалось. Sure, his son. И точно его сын. Buried him. Который хоронил его. Thought he had more time. Думал, что у него есть больше силы. Everybody wakes up every day. Каждое утро, когда мы просыпаемся. Nobody thinks about death. Никто не желает думать о смерти. But God says it's appointed unto man once to die. Но Бог говорит, что положено человеку однажды умереть. You have an appointment with death. У вас будет встреча со смертью. You don't know when that's going to be. Вы не знаете, когда это произойдет. If you're here tonight, если вы находитесь здесь этим вечером, and you're not sure where you're going to spend eternity, если вы не уверены, где вы проведете вечность, I'm talking to you. Я обращаюсь к вам. You say, well, brother Paul, how do I get saved? Вы спросите, брат Пол, как же мне быть спасенным? You got to humble yourself. Необходимо смирить себя. I'm asking you. И я спрошу вас. To leave your seat right now. Оставить ваше место, где вы сидите. Come right now. И пройти сюда вперед. And I'll open the Bible. Чтобы я мог открыть перед вами Библию. And I'll show you how to be saved. И показать вам, как быть спасенным. And I'll take you through the Bible and show you how to be saved. И я рад бы показать вам из Библии, как быть спасенным. If you don't know for sure, если вы не знаете точно, I'm asking you, я попрошу вас, not to leave this place, не уходить из этого помещения, without being saved, без того, чтобы быть спасенным. Now, if you're Christian, может быть вы христианин, you haven't been reading your Bible, и вы не читаете вашу Библию, and you've been leaving it on the table, вы оставляете ее на столе на всю неделю, and you're not reading it. Не читаете. You're not bringing it to church so you can grow. Не приносите в церковь, чтобы расти. You need to repent. Вам необходимо раскаяться. You need to repent. И раскаяться. And say, Lord, сказать, I'm sorry. Господь, прости. I haven't been reading your Bible. Я не читал Слово Твое. I'm sorry. А Господь, прости. That hadn't been a good testimony. Это не было хорошим свидетельством. By bringing my Bible to church. Чтобы приносить Библию в церковь. And help me to be faithful to bring my Bible to church. И помоги мне быть верным в том, чтобы приносить Библию в церковь. Help me to read it. И читать ее. And I'm sorry, Lord. И я прошу прощения, Господь. That I've done you wrong and I haven't obeyed what you told me to do. Что я неправильно к тебе относился, не беря с собой твоего слова. If God can reveal truth. Бог мог бы проявить истину. And an atheist man can find his grandmother's Bible in amongst a thousand Bibles in a warehouse and not know it was grandmother. То атеист из тысячи Библий нашел Библию своей бабушки. God can do the same thing for you. Бог может сделать то же самое для вас. Father, Отец, we pray for our church. Мы молимся за нашу церковь. We pray, oh God, that people would read the word. Молимся, чтобы люди читали это слово. I pray people wouldn't look on others, on other churches and what they're doing. Чтобы люди не смотрели на другие церкви, на то, как там поступают. But Lord, we'd worried about what we're doing in our church. Но чтобы мы беспокоились о том, что мы делаем в нашей церкви. Lord, I pray our people would be testimonies for Jesus Christ. И я прошу, чтобы наши люди были добрым свидетельством для Иисуса Христа. They wouldn't leave home. Чтобы они не покидали дома без того, чтобы взять Божье Слово в церковь. А чтобы они взяли свою Библию в свою сумочку и приносили ее сюда. И если им нужно идти на работу, чтобы они могли иметь Библию и там с собой. Я молюсь, Отец. And our people would start learning the word. Чтобы люди изучали слово твое. Start turning to the scriptures. Чтобы открывали отрывки писаний. Lord, you begin to transform people's lives. Чтобы ты менял их жизни. Lord, those that are here tonight. И те, которые присутствуют этим вечером. They're still not saved. Которые еще не спасены. That are not convinced that they're sinners. Которые еще не убедились в собственной греховности. That are not convinced that they're going to hell. Которые не знают, что они попадут в ад. I pray that you would
Continue to work on their heart. Я прошу, ты продолжай свою работу в их сердце. Convict their heart of sin. Убеждай их в грехе. And I pray that they would realize there's a lively hope. Чтобы они осознали, что у них есть живая надежда. Of the resurrection reserved in heaven for them. Воскресение, которое на небе сохраняется для них. Thank you for the incorruptible Bible. Благодарим тебя за нетленную Библию. Thank you for the incorruptible blood. Благодарим тебя за нетленную кровь. Thank you, Lord, for one day you'll give us an incorruptible body. И благодарим за то, что ты дашь нам в один день нетленное тело. Lord, we love you. Мы любим тебя. Thank you for the message tonight on being steadfast. Спасибо за проповедь сегодня о том, чтобы быть непоколебимыми. Continue to work miracles amongst our people. И ты продолжай работать чудесным образом среди людей. And Lord, tonight we pray for that pastor's family. И мы молимся этим вечером за семью этого пастора. His wife and за его супругу. And his children. За детей. We pray, oh God, you'd comfort them. Я прошу, ты утешь их. And Lord, you would encourage their family. И ободряй эту семью. Lord, thank you for the grace of God you've given each one of us. Благодарим тебя за благодать Божью, которую даешь каждому из нас. Bless our church. Благослови нашу церковь. May our people take the gospel to the streets. Чтобы наши люди, они несли Евангелие на улицу. May the tracts come off these shelves. Чтобы the books come off these shelves. И книги, они не оставались лежать на полках. Help our people to take the books and give them to people. Помоги, чтобы эти книги были читаемы людьми. Lord, use the word here. Используй слово твое. To help a hurting city. Чтобы помогать страдающему городу. In Jesus' name, I pray. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Amen. Hey, I love all of you. Я всех вас. Для меня это было трудно передать. I tell you in love. Но я вам говорю это из любви. God bless you. Shake hands. Thank you.